Мы в Бутово. Я так далеко от Москвы вообще ни разу не была. Да, Балашиха ближе, чем Бутово, вот где мы сейчас находимся, от МКАДа. А тут современный зал, первый этаж бассейн, второй этаж центр единоборств. Там такое огромное татами, окна в пол, и такое все большое-большое-большое и длинное. И ты такой смотришь, господи, 4 ковра, и такой, господи, сколько же тут креветок делать? Вот от окна до окна. Ну ты потом вырежешь и вставишь это, как будто мы еще не заходили, да? Это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Бутово. Тут метро есть, кстати. Говорят, я не была. Итак, друзья, Евгений Юрьевич Коротких не дает покоя. Воскресенье, а мы что-то у нас приперло сюда, в Южное Бутово. Евгений Юрьевич говорит, приезжай, тут движ, там все дела, погнали с нами, там вот столько вкусного. Традиционно примерно раз в год мы ездим на какое-нибудь открытие какого-нибудь очередного клуба «Сибирский барс» Евгений Юрьевич Коротких. Постоянно вот человеку не сидится на месте, вот хочется ему что-то, вот, постоянно что-то двигать, что-то развивать. Я не знаю, сколько у него уже филиалов. Вот сейчас во мне говорит зависть во мне говорит. Сегодня покажем вам еще одну локацию. Чем нас хочет сегодня удивить Евгений Юрьевич? Это центр Москвы, середина страны. И вообще путь земли. Это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Вы везде, с утра смотришь 9 часов утра в Ютьюбе, приходишь в Бутово. Ребята, вы что творите-то? Где-то на самом краю земли, где кончается солнечный свет, люди когда-то края нашли, где жилья дорогого нет. Пусть миновал тот век золотой, цену вздули с приходом метро. Я напеваю мотив простой, и в душе расцветает добро. Эй! Южное Бутово, Южное Бутово, ла-ла-ла-ла-ла! Южное Бутово, Южное Бутово, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все, хватит, достаточно. Вот помните, был фильм «Не грози Южному Централу». И вот здесь, наоборот, мы должны грозить Южному Бутово хорошими тренерами. Вот смотрите, Игорь Андреевич, Андрей Владимирович, какой красивый, с перчатками зелененькими, да? Ольга Бобровник, у нее какое прекрасное образование, и она может преподавать фитбокс. Не знаю, что это такое, но пусть приходят люди, да. Юль, побежали по залу. Коротких сказал, что дай им пару техник, а потом поборемся. Ну, сказали, мы делаем. Отработка, кстати, на самом деле иногда важнее борьбы. Сейчас напарник вам ставит нож просто. Ваша задача сейчас, ну, берем, захватим кармашком, да, на штанах и работаем. Во-первых, уходим, работаем ручками в крест, как будто вы сейчас увидите. Ваша задача сделать то же самое, что вы здесь делали, только уже с этого захвата. То есть, по сути, значит, убрать ножки в одну сторону, то же самое в другую сторону. И будете работать сейчас, когда будет один номер работать, сейчас покажу, как будет работать. Ваша задача, то есть, вот такая, раз, встать. Позвольте мне немножечко все-таки, кроме шуток, рассказать, что здесь происходит, собственно, ради чего мы здесь собрались. Мы сегодня открыли зал. Это Южное Бутово, Мартиневская, дом 19. Здесь будут разные виды спорта, не только джиу-джитсу, и кудо, и карате,
и айкидо, и много других страшных слов. Это место, где вы можете, самое главное, выбирать. То есть, смотрите, 4 площадки. 1, 2, 3, 4. Плюс ринг, внизу будет бассейн. То есть, в принципе, все для того, чтобы вы смогли прийти и выбрать под себя удобный, любимый вид спорта. Хотите драться, будете драться. Хотите только бороться, будете только бороться. Хотите плавать, будете только плавать. Внизу также есть аэробика, капоэра. Такие очень интересные экзотические виды спорта. Сейчас у нас первая тренировка. Это такой open mat. В основном дети, видите, маленькие дети, чуть постарше. Пробуют свои силы. Надеюсь, это действительно будут будущие чемпионы. Но мы хотим, чтобы разные клубы, разные атлеты приходили и пробовали свои силы. Каждую субботу у нас будет открытый день борьбы. Мы вас приглашаем, отдельно будет анонс по этому поводу. Ну а кто здесь живет, в Бутово, пожалуйста, приходите, тренируйтесь на постоянной основе. Даже если вы опытный спортсмен, мы в любом случае для вас найдем ту возможность, которая бы вам позволила стать еще более профессиональным, более титулованным атлетом. Так что это основная наша задача – популяризация и развитие джиу-джитсу. Здесь 400 квадратных метров по зоне татами, то есть рабочая зона. То есть одновременно может здесь бороться, ну как я думаю, 200 человек. Если вот там прям совсем забить полностью это пространство. Если оптимально, то 100 человек здесь могут легко находиться. Это Южная Бутово. О, это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Ни в морях, ни в горах недостаточно круто вам. И если здесь хоть раз, хоть час провели, отвечаем всегда на вопрос, вы откуда во? Это центр Москвы, середина страны. И вообще путь земли, это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Это Южная Бутово. Больше всего мне, знаешь, что здесь нравится? На первом этаже бассейн. 6 дорожек, 25 метров, после тренировки. Ну, ладно. Ладно, но если не говорить про бассейн, не, вообще зал отличный. Зал новый, чистый, просторный, хорошо все дышит. Но я думаю, со временем здесь будет одна большая группа джиу-джитсу на весь ковер. Уверен. Ребят, давайте придем в этот зал все тренироваться и просто заберем все это татами. Все, всех жду. До новых встреч. Южная Бутово, Южная Бутово, ла-ла-ла-ла-ла. Южная